рыба здесь? Да. Покажись, усатый. Офигеть! Савелла. А чё это мы тут стоим? Ну что, приехали с самого утра, и прошла информация, что ворота открываются чуть раньше, чем 7 утра. Оказалось, нет. Вот и стоим с Лёхой. Ждём, когда откроются ворота, и будем делать спринты на места, чтобы занять классные точки. Приехали мы вот на Tyler's Fishing, Tyler's Common Fishery. Day Ticket Waters, то есть рыбалка разрешена только днем, только на удочке. И сегодня я набрал с собой 2 килограмма творога и буду пробовать поймать венька. Алёха сказал, будет карпов мочить на собачий корм. Так что еще полчасика вроде и должно открыться, и побежим за местами. Погодка пока прохладна, 12 градусов. Но днем обещают опять 25. Кого ты будешь ловить сегодня? Кто попадется. А размеры? Все равно уже. После последних пролетов уже почти такое что-то. И треногу тоже берем, да? Можно и яблочек будет полопать. Так, о, смотрите, опаньки. Сколько ежевики. Уже спелая. На пару ягодок с утра попробовать. Угу, спелая ежевика, можно потом собрать с собой домой. Ой, груша растут. Ничего себе. Это целый сад. Целый сад на этом самом, на озере. Вот мы у озера с Лёхой. Где он тут? Лёха. Уже скручивает ротпот. А мы находимся на озере Wagtail. Это крайнее левое озеро, типа считается самое такое интересное. Тут самые большие карпы и лени, которыми я сегодня буду охотиться. Вот, ну вот, места у нас 16-17. Лёшка на 16-м сядет, я на 17-м. У меня левая удочка будет стоять как раз к концу того острова. Сейчас закормимся и будем ловить. Погнали! Так, вот у нас иностранная прикормка, производство Польша. Это у нас творог, который сегодня будет использоваться для леня. А также мы сделаем одну закорм с Bloodworm Fish Meal. Добавим туда garlic cheese boilies. Все это свит с тем бетанином и опять мы чиз гарлик, сейчас миксанем гарлик чиз и ред крил и граунд бэй тоже граунд. Короче, у нас сегодня сырно-чесночная приманка с червячками будет. Граунд бэй готов. Сюда мы добавляем чизи гарлик. Пелоцы в размере 4 мм. Также 4 мм кровавый червячок. Чиз бойлов. Творожок вот в эту прекрасную смесь отправляем польского друга творожочек. Нифига себе, ну, посмотрим, что из этого выйдет. Экспериментальный творожно-сырно-чесночный. О,
такой у нас закорм. Вертолет. Такой вот бутербродик у нас. Первая стоит. Взял с собой сегодня 42 инча. Не брал 50, как у Лехи, на динозавров. Ура! Леха, рыба здесь. Есть. Так, какой-то небольшой ленек, может быть, который должен был клюнуть. Он, наверное, клюнул, не? Вся надежда. Так, ну идет как лещ. Или как не лещ. Ни хрена себе. Это карпик, оказывается. Маленький. Таких мелких мы еще не ловили, но начало положено. Вот такой маленький зеркальный, а? Жулик. Зеркальный жулик. Мы ждали ленька, но пришел карпик. Ладно. Зачет. Первая рыбка. Лех, ты понял, да? Размер. Так, ладно, я пошел за ленем, за вторым. Делаем секретный соус. Как всегда, баночка Highland Sprint. Весенняя вода коричневого цвета. Это супер насадочка. Пеллетсы. И сейчас дипуем в секретном соусе. Чуть продиповали, стряхнули и поправка на ветер. Опаньки, точно в цель. Ты понял, да? Это он в обратную дал. Че? Бросил, да? Или нет? А не, плывет. Как он клюнул, а? Он пошел на меня, а не на себя. Не успел перезабросить на свою секретную приманку. И иди сюда. Иди сюда. Но это карп. Это, наверное, не лень. Хотя очень хотелось бы поймать ленька. Ну. Пока как есть. Такой двульничек, наверное. Иди сюда уже. Мы как Леха рвать не будем. Чуть помучаемся. Такой возле берега дает жару. Так, кто это? Кто это у нас такой? Простой карпик.
Опа. Так, лень. Опа. Есть. Вот такой у нас карпик клюнул. Урод старого такой вот клюнул. Такой вот. Ну сколько тут? Полторусик, наверное. Лё. Кило плюс. Вот с таким уродским носом. Капец, конечно. Ну. Отпускай, ладно. Лежал? Не жалко? Где-то, э? Вот, смотри, 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 можно с руки кормить, Лёх. А вот и вторая рыба. Как-то она без сигнализатора сработала. Есть? Двольничек. А, не, может, трушечка. Значит, трушечка. Сейчас посмотрим. Такой, наверное, трешечка. Такой карасик. Ну сколько тут? Трешечка, наверное, Лех. С хорошим, красивым ртом, не порванный, ничего. Вот такой. Common карпик влетел. Отпускаем карпулю. Бульк. Ребята, рыба здесь. Так, еще покрупнее. Тут карпы клюют, Лех, а ты тут фигней занимаешься. Дело хозяйское, конечно, но... Какой у тебя самый большой тут карп? 7? 9? Ну все. Опа. Иди сюда. У нас порванный. Вот такой карпулечка. Весь нос порванный. Так, а пока линя нету. Ждем линя, ладно. Тихо, тихо. Сейчас пройдешь. На бискицы свои. Леха решил меня обловить и послал три удочки. Да? Разберемся потом. На что ты ловишь? На... Здесь на клубничные. Знаете? Да. У нас ждали на поклевку на красную с белым червячком, дождались. Вот такой лещара, кинограсик, не знаю. Ну, ребята, рыба здесь. Да. Так, опять поклевка, опять на правую. Опять Леха смотрит, говорит, что-то не то с его насадкой. Шучу. Клубнику тоже должно было брать, но не сегодня. Мелочь, но клюет. Ух ты, все, берег. Вот такой у нас опять. Не зачет. Кря-кря-кря. Смотри, красный тоже клёт. Красный червяк тоже. Работает. Так. На красного червяка кто-то взял? Ого, таких еще не было, Лёх. Сачок на готове. Тяжеленький. Мажор, иди сюда.
парень молодой. Да, не, даже не на 5. Барандучок. Опять без носа. Барандучок. А что такой тяжелый казался? Офигеть. Да. Ну такой толстенький, блин. Подумал, там побольше. Да. Вот такой толстячок взял. Ну, сколько тут? Двульник? Два? Да, иди. Крупнее выбирай. Хорошо. Хочу все сделать. Парыши. А ты хочешь сейчас поверхность ловить? Есть такая штука, Fake Dog Biscuits называется. Да. Вот, в общем. Ты сейчас их будешь делать? Да я уже, уже они у меня уже все готовы. Тема такая, что когда крючок, когда она падает, крючок сверху находится, и рыба, когда снизу подходит, она его не видит. Сейчас я покажу, как это работает. Давай. Также такой же как бы монтаж с этим самым, с волосом. Протягиваешь, ставишь один грузик небольшой, 0,2 что ли. Грузик нужен? Да, в этом вся фишка. Крючок сверху, вот когда он падает, он вот так стоит. Угу. Фига себе, сколько это, Лёха. Лёха, подсека. Что-то вот, да? Лёха, рыба. Есть. Тоже длинный, худой какой-то. Не кормят их, а. Не кормят. Не кормят их, наверное. Нет? Сколько? Полторусик? Два? Ну, два есть, я думаю. Два есть. Ладно. Ну, сейчас надо перезакинуть. Я уже начал зиги, шмиги. Только подошел. Только подошел. Леха, клубника работает. Ну, хватит обрывать, Леха, ну что такое? Хватит обрывать. Что, ребята, рыба здесь? Только перекинул, минутка прошла. Ух ты, это надо взвешивать, не? Опа! Пятачочек. У него рот хоть такой более-менее нормальный. Беги. А не. Come on, come on, come on. Put your both on this one. Yeah, yeah, yeah. Wagtail number 17 and 18, 26 pounds. Thank you very much. Yeah. Go. Ну, билетик. Ну что, 4 часа рыбалки, линя пока нету, но клюет карпик уверенно, от маленьких размеров до вот таких вот. Сейчас пятачка поймал, по-моему, 4900, вот, ну такой приятненький уже, опять взял на мини-бойлосы чесночные, которые Леха говорит, что может быть попробует, потом может не попробует, работает. Давай, фотку делаю, все, смотри, вот такой вот. Жиробасичек.
Леха, поклевка. Ух ты! Вот это всек. Вот это всек он его. Сачок наготове. На что клюет? На что это клюет? Не рассказывает, да? На что клюет-то, а? Перестал рассказывать, что клюет? Не, куда ты побежал, Вася? Не расскажешь, что клюет? Слушай, дай вытяну сначала, расскажу. Хороший? Смотри, смотри, где. Куста. Слушай, дашь сачок, не? Небольшой. Оп, смотри. Давай сачок по размеру подобрать, не? Сачок конкретный, да. Мойку черный, а? Ой, 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 Вась, 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 Вась. Промазал. Мойку черный, а там? Черный. Чернышек? Черныш. Чешуйчатый. Они все длинные, как сосиски. Да, да, сосиски. Выйти вверх и вперед, Лев. Так? И чуть повыше. Во. Слушай, у меня спина уже устала. Нормально, сколько он весит? Ну так, два. Хорошо, если два весит. Будете? Окей. А? Отпускать его. Это у сетка так стал, да? Ну таких, да, че их? Че их там мучить, перекладывать туда-сюда? Так, спамчика для Бейли сказал, что есть хорошие шансы поймать линя на ланч он мид. Вот. Красный червяк мимо, белый червяк мимо, красный с белым мимо, пылится мимо. Ну вот сейчас попробуем на ланч он мид. Блин, сошел. У Лехи жор там пошел. Ну слушай, ну. Есть? Есть. По-мастерски. Сейчас уберу сетку. Давай, не пусти. Ну, у меня короткая ручка, так что давай, папа. Побольше. Ну это уже да, четверочка, наверное. Побольше. Может даже пятюньки. Ну какой. Вот такой хорошенький. Подсматриваем. А знаешь, ага, почему такой? Клубничку взял. Почему клубнику взял? Билетик 13 фунтов, две удочки. Место номер 18 у меня и Лехи 17. Оставлю, да, себе Лех тикет? Конечно, на память. На память. Линя же поймаю сегодня, и тикет останется. Такого я не видел давно, блин. Жирненький. Вот такой, блин. Все. Папочки иди. Ух ты! Трюнделечек, может побольше. О. Выдай, Лех, на что? На что клюет, Лех? На что угадай? На бойлы. На беленькие бойлики. Да, то очередной карпик. Такой, наверное, по трешечку. Жирненький, пузатенький. Эй-эй. Морда полураздолбанная. Маленький хавальник. Ну, клюет нормально. Карп. Леха очередного. Ну что клюет, уж скажи. Ну что клюет? А? Ну что? Все работает, да? По старинке. Всегда работает. Меня запутать хотел, но не вышло.
Какой? 2,5, наверное, да? Ну, стандартный. Трюндинг. Стандартный. У легких клюв стандартные. Тихо. Блин, эти длинные такие некрасивые, как бы, ну. Почему некрасивые? О. Ну такой, своеобразный. Маленькие. Сейчас мне еще. Смотри, пол хвоста нету, отрубленного вообще. Худой. Худющий. Годится. Сидит. Хорошенький. Хороший. Не скажу. Сейчас посмотрим. Может, клин? Лин! Не? Лин. Он большой какой, давай я помогу. Блях, лин! Тихо. Это на что, на ланчу мид? Блин, смотри, какой он, Леха, сильный. Я думал, блин, очередной лещ, а тут оказывается. Блин, нафига себе, он так начал. Да-да. Бляха. Yes! Вот он, долгожданный. Долгожданный тинка. Такой, конечно, с сортом. Как у кокулы, порванный весь. Ну такой где-то, наверное, полторусечек. Сейчас мы его взвесим по-быстрому. Ура! Ура, вот такой красавчик. Клюнул. За ним мы сегодня приехали. 2-килограммовый ленешечка. Вот такой. Красавелла. Пускай. Тестируем мы новую насадочку. Вот такая у нас насадочка новая. Это мини-бойлы сырные с чесноком. Вот, ну и ПВ-пакетик. Все по стандарту. Дипуем. Дипуем и отправляем на точку. Карпа моча, смотри какой, а? Ну клюют. А чё клюют? Уже нету там, да? Уже съел его. Есть? Довольный? Я? Да. Съел. Ребят, рыба здесь? Опять только перезакинул их. Мне кажется, это зеркальный. Не видел что? Мне кажется, зеркальный, потому что бойкий такой. А вот он уже здесь.
Леха, лень, 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 лень. Опять лень. О, красавчик. Второй лень. Не скажу. Второго ленька сегодня поймал. Отлично. У-ху. Сейчас будет вес ленька. Оп. 1 430 кг. Леняускас. Красавчик, а? Полторусичек. Тот был двушка, этот поменьше. Отпускаем. 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 Красавчик. Ну что, стартует? Хорошо стартует, да. Большой совсем. Килосик? Чем плюс? Меньше, чем меньше, я заметил, тем лучше стартует. Тихо. Упал. Леха там кто-то поймал. Наконец-то нас. Говорит, на новую насадку какую-то. А. Купил очень много насадки. И... Не взял, да? Сейчас я его. Годится. По форме столько. Ясь, Леха, лень. Еще один. А? Да ты что, блин? Опять лень может быть, не? Ну очень хочется, конечно, блин. Не зря творогом кормил. Я с прикормкой замешал с этим самым. Прикормкой закидывал. Лень, 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 не? Лень. Лиз, двушечка, ну, давай, лень, двушечка. Но он идет как лень просто, как прошлый. Как прошлый лень, мне так же сопротивляется. Так, я не могу, смотри, зачем мне гу. Зацепилась. Подматывай. Зацепилась что-то? Нет. Линь, 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 линь. Ушел. Жук, а? На стойку нарвался, а? Леха, Леха, блин. Я даже спущу фиксон чуть-чуть. Как он сопротивляется? Они по-другому. Они по-другому, чем карпы, блин. Давай, давай. Яс! Третий лень. Яс! Вот это рыбалка, а? Хорош. Я только про творог вспомнил. Хорош. Только про творог вспомнил, что недаром творогом кормил. Так, ну это покрупнее уже будет, не? Уже душечка, наверное. Давай взвесим. Я за ленем приехал, Лех. Я не знаю, как ты там. Ну что? Того кило 700. Кило 700, ну побольше, да, чем тот. Польский творожочек работает, это нам приносит плоды. Вот такой красный, классненький идет, уже третий. Кило 700 такой вот, жирненький. Такой маленький, жирненький. Так, у него рот, кровь пошла. А, надо. Сейчас продезинфицируем тут все. Тихо, тихо, тихо. Оп. Продезинфицируем и пускаем обратно. Так, поклевка на левую продолжается.
рыба справа. И вторая есть. Что? О-о-о-о! Дуплетос. Блин, надо положить его в воду этого. Положу в воду его пока. Правильно? У меня рыба что? Ну я понял. Ты не поможешь мне. Поэтому я и положил в воду. Ну что, дуплет у нас? Дуплеточка. Тебя что-то занят, да? Да. Они зацепился, я значит там лёха, лёха. Он перекрутился. Ага. Удас. Дуплетик. Его неудобно балансировать. В левой руке сейчас окончурится. Да, да, да. Отлично. Черт мой. Это пультизация называется. Ну иди. Карпи, говоришь? Нормально гнет. Сколько у тебя тест палки? 2,75. Хорошо гнет ее. Да, нет. Ну там двуничек такой хороший. Да? Двуничек есть такой. Есть. Молодец. Поздравляю. Тихо. Живой, да? Красавый. Пускайся. Сегодня всю рыбу отпускаем, да, Лёх? Ну, куда? Лёх, он полоскает кого-то. Кто там? Яс! Хороший? Яс! Да, обыкновенно все. Подзырим пока. Подожди. Лёха, вторая пошла. Ну, как летит. Как летит, тут типа что? Слушай. Что такое случилось, а? Второй нужен. Второй, наверное, подсадчик. Ты свободный? Ты на что там ловишь, а? Признавайся. Не скажу. Побежал я за вторым подсадчиком. Легкий жор пошел. На ближнем кордоне пошел клев. Хороший. Слушай, он чуть-чуть ничего не дал, не? Я успел его. Так, ясь. Давай оставляю его пока сначала с ним здесь. Ну что, дуплета ты как называется? Дуплетос. Ну тут побольше. Да ты сами зеркальник. Да. Да, зеркальник. Ой, Леха линя поймал. Тоже на двульник, наверное. Что этого будем завешивать? На что ты поймал? На клубник. Этого не может быть. Прикинь? Клубника, лин работает, офигеть. Так, ну сегодня ты тоже, да, обрыбился с линем? Молодец. Нет. Сегодня просто вся рыба клюет. Нет, у меня никого вообще не клюет. Заметил? Они люди ушли, никто. Люди не выдержали, не смотреть, как мы ловим. Ну, нам может быть. Здесь постоянно так. Давай взвесим линечка, да, надо взвесить. Сколько у меня? 2 кило 400, кило 700. У меня 2 было? Ну, первый же. Двушка? Уверен? Ну, да. Ну и тут двушки почти. Слинг твой сначала. Ну, Лехин. Ну, двульник тут точно, наверное. Давай обнулим твой слинг. Красавчик. Давай, сделай. 2400. Чемпион сегодня, да? По карпу по весу и по линию по весу. Отлично. Ну
что, 6 часов вечера. И у нас осталось еще немного времени до закрытия. Пока свернемся, пока то все. Вот, решили с Лехой по последнему карасику поймать и начать собираться. Сегодня задача поймать линя выполнена. Я поймал трех. Три линька. Ты, Леха, поймал тоже одного линька. Вот. Помимо этого, клевали карпы. Поначалу было вообще мелочь с утра. Вот. А ближе к 11, по-моему, там было такое время, когда пришли зеркальные карпы и такие двушки попадались. Двушечки. И трешечки. Ну вот, 6:30 вечера мы закругляемся и счастливые едем домой. Правильно, Лех? Счастливые, довольные, едем домой. Все так. Все так. Всем пока.